кафе. Как, литературного вроде сегодня нет, но что-то в Кремле там есть от библиотеки. Зеленая Россия. С 18.30 до 20 часов музыкальный ринг. Концерт эстрадных оркестров из Ярославля и Кубрича. 20 часов 30 минут. Концертная программа «Музыка и кино» с участием ведущих солистов Угличского района. 22 часа праздничный концерт группы «Фабрика». 23 часа праздничный фейерверк. В небо над Угличем взорвется красивым ярким салютом. И в это же время начнет свою работу летний кинотеатр под открытым небом. Праздником Угличем! С днем рождения! Закладываем правильно.